Всем привет, гости и подписчики моего канала. В этом видео я покажу, как еще применять уксус, чем он полезен и с чем его можно смешать, чтобы получить комплексные средства от болезней, вредителей и чтобы продлить жизнь нашему огуречнику и собирать огурцы до самых заморозков. В августе, помимо того, что наш огуречник зачастую начинает желтеть, на него еще могут нападать такие вредители, как паутинные клещи, которые могут погубить полностью наш урожай. А ведь мы хотим собирать огурцы как можно дольше. От вредителей и от их яиц хорошо себя показал обычный столовый уксус. Его применяют многие огородники и замечают, что он отлично отпугивает незваных гостей. Для приготовления раствора на 5 литров воды нужно взять 5 столовых ложек 70% уксусной эссенции и опрыскивать огурцы по листу каждые 3 дня до исчезновения вредителя. А еще сюда можно добавить салициловую кислоту, которая является природным защитником от болезней, стимулятором роста и иммуномодулятором, а также янтарную кислоту, которая также является природным стимулятором. Для приготовления комплексного раствора в 1 литре теплой воды разводим 50 мл салициловой кислоты. Добавляем 1 столовую ложку аммиака, чтобы салицил не выпал в осадок. Хорошо перемешиваем и добавляем 0,5 грамма янтарной кислоты. И снова перемешиваем. И в конце добавляем 5 столовых ложек 70% уксуса. Дальше разводим 1 к 4, то есть 4 литрах воды, и опрыскиваем этим раствором огурцы хотя бы раз в августе, в зависимости от погоды и состояния растений. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.